Всем привет, дорогие подписчики, с вами Ола, с вами канал Bird Snails. И сегодня я хочу вам рассказать о том, как же я опозорился. Да, в действительности, перед пацанами опозорился. Недавно на стриме у меня спросили: Ола, ты когда вернешься в The Forest? Я такой: а что там в The Forest интересного? Открыл свой аккаунт, решил посмотреть, полазить и... И я увидел количество ачивок, которые открыты у меня в этой игре. И честно говоря, мне было стыдно. Мне было стыдно перед пацанами, перед подписчиками, перед аборигенами, да вообще перед всеми. И здесь я решил, блин, я ж прошел его, эту игру, 3 раза. Я проиграл почти 200 часов в эту игру. И как же так? Всего лишь вот столько вот маленькое количество ачивок. Несерьезно. Решил я как-то исправить эту ситуацию. Решил смотреть, а как же вот этой ачивки пройти? То там найти надо огромнейшее количество пассажиров, то там еще что-то. Я понял, что я буду играть еще часов 200. Меня это, естественно, не обрадовало. Я начал искать обходные пути. И вот сегодня я вам расскажу, как же можно открыть все ачивки The Forest и не играя 200 часов. Ну что ж, поехали. Встречайте, это мод API. Мод API — это программа, которая позволяет запускать различные моды для разных игр. Посмотрите, какие они есть. Forest. Forest — выделенный сервер. Subnautica. Ну или Subnautica. Я не знаю, как ее правильно до сих пор вообще произносить. Это и Raft, это и Green Hell. И какая-то странная игра, побег из Pacific. Я даже не знаю, что это за игра такая. Посмотрите на количество модов, которые поддерживаются именно для нашего Forest. Их десятки. И сейчас, дорогие подписчики, я вам покажу, как же открыть все полностью ачивки в The Forest. Сразу вам говорю, это не читы. Запомните, не читы. Ола плохого не советует. Google и YouTube — это не читы. Сразу вам говорю. Это просто мод, который позволяет открыть все ачивки. Разработчики о нем знают. Ссылочки, естественно, в описании. Наш мод называется Achievement Unlocker. Он делает одно. Он просто открывает ачивки. Ну, я уже об этом сотню раз говорил. Так что давайте его уже будем качать и устанавливать. Для скачки выбираем нашу игру. Мод API уже выделен. Идем вниз, выбираем там наш мод, который нам нужен. Нажимаем чекбокс. И здесь нажимаем download. Все просто. Программа и мод скачиваются вам на компьютер. Как распаковывать архивчик, я уже рассказывать вам не буду. Вы у меня умненькие. Запускаем нашу приложушку. После того, как она запускается, надо синхронизировать и подключить к Steam. Ну, думаю, это понятно. И дальше, вот на этом экране, мы выбираем конкретно нашу игру. И у многих людей возникает вопрос, а куда же я поставил мою любимую игру The Forest? Так вот, зайдите в Steam, нажмите управление и там посмотреть локальные файлы. И вы точно поймете, куда вы поставили игру. После этого вы просто-напросто выбираете игру. После этого запускается мод API. Слева у нас отображаться сейчас будут мои моды, которые у меня сейчас вот выбраны. Запускаете игру после этого. Запустили игру. И вот видны уже ачивочки, которые начали вываливаться, что мы уже их получили. Как видите, Team не спит, а ачивки идут. Как же это выглядит в самом профиле? В профиле, как видите, тоже отображаются все ачивочки. У меня 45 из 45. Способ рабочий. Я это сделал еще, наверное, зимой. Сейчас уже лето. Вот, у меня этот видосик уже лежал вот на протяжении полугода. И до сих пор не забанили, никаких проблем нет, так что все в порядке, ребят. Если вам понравился этот способ, ставьте лайкосики, подписывайтесь на каналчик, потому что это не последний мануальчик по нашему любимому Форесту в ближайшее время. Все, друзья, всем счастливо, всем пока!